Что происходит? Все соседи на шаулине! Начнем дом! Если успеешь поставить лайк и подписаться за 3 секунды, я покажу, что случилось с шаулином. Смотри до конца. Всем привет, друзья! С вами я, игрок, который сегодня буду делать эксперименты над продавцом Шаолином Цао. Сегодня буду стрелять в него через пушку, а также и яблокомет и различные инструменты. Здравствуйте, Брэнси! А? Где Брэнси? Куда делся Брэнси? Мадам Агата? Она тоже исчезла? Куда они все делись? Мэри! Ее тоже похитили? И Питера нет? Что вообще происходит в этой деревне? А? Что? Что вы тут делаете, ребята? Мы будем наблюдать, как ты будешь делать эксперименты над Цао. О да, мне очень будет интересно. О, ну да, будет прикольно узнать, какая у него будет реакция. А, да, мне тоже будет прикольно. Хотя я сплю, но мне все равно. Так что дерзай, внучок. А, привет, я проснулась, дальше буду спать. Что? Полицейский, ты же не против? Эй, а это что за митинг тут? А ну-ка, все разошлись. Ладно, мне все равно, я все равно патрулирую, только ловлю всех тех, кто очень плохо себя ведет. Серьезно? Ну ладно, Шаолин, готовься. Сегодня мы будем делать эксперименты над Шаолином, с этими всеми соседями. Начнем мы с пушки, вы готовы увидеть? Начнем тун! О-хо! Эй, ты что сделал? Я буду ругаться! У меня нервный тик. Видишь, руки шевелятся. Ах ты, больше не стреляй мне так! А что такое-то, не пойму. Смотрите. На! А, ты что сделал? Сразу двоих попал. Еще в них могу стрелять. На! Это было прикольно. Все соседи стали сюда смотреть, как я буду делать эксперимент. Теперь, Шаолин, готовься. Берем мы грави-пушку, кидаем сюда эту пушку, забираем грави. Проберемся к соседу. Заберем сосед... Клоун? Клоун-сосед, пошли со мной. Ты погуляешь вместе со мной, ты же не против? Дамы и господа, я принес вам клоуна, чтоб он развлекал вас. Эй, ты чё, издеваешься, что ли? Эй, убери его зад от меня. А? Вонючий клоун. Ё-моё, эксперимент на Цао называется. Мы сейчас сделаем так, смотрите. И... Раз! Ух ты, нападает на меня. Ты чё, гадюка вонючий? Ага, фигушки тебе. Раз! Так. Ух ты, сквозь прошел. Закину тебя прямо на этот магазин. О, он спрыгнул. И вот это вообще круто. Иди сюда. Хопа! Размечтался! Так, я хочу тебя как-то поставить внутрь Шаолина. Возможно? Оп! Воу! Наш сосед улетел просто куда-то. Сделаем еще раз этот эксперимент. Мне он понравился. То есть мы максимально можем вот так вот сделать. Воу! А? Что происходит? О? Что происходит? Я внутри соседа? Сосед, ты в моей пушке, ты знаешь? Эй, выпусти меня! Ты что в моей голове делаешь? А ну-ка! И раз! Ух ты! Совсем сдурел этот, блин, вонючий клоун! Двас! Ага, он меня ловит, получается. Но его бывало откидывало. С этим шаулином вонючим. Смотрите, баг! Мы берем этого соседа, и я захожу прям внутрь этого магазина. Хоп, кидаем соседа. И мы выскакиваем. О, замечательно. Но подожди, кинем соседа. Обнаружена ошибка, перейдите в игру. О, я сломал игру. Вот это круто. Так, потихоньку. Засовываем себя в магазин. Посредством этого соседа. Эй, убери его от меня. Ты что поставил прям на стол его? Вонючего клоуна. А, ты что делаешь? Убери, сказал. На! Оу! Что будет, если мы соседа засунем внутрь магазина Шаолина? Ой, ё-моё, он вышел! Как это возможно? Соседа закинем вот сюда. Соседушка, будь там. Смотрите, он пошел на меня. Бежит на меня. Ой, какой странный сосед, клоун. Куда ты побежал, чувак? Вы это видели? Теперь наша задача это узнать, что будет, если мы будем кидать предметы в этого Шаолина. Thank you.
Шаолин? Что с тобой? Ты чё, перекрыл меня? Я ничего не вижу, убери эти дурацкие тупые коробки. Шаолин, ладно, как скажешь. И сейчас выкинем, смотрите. Очуметь. Ой-ой-ой, где я? Хоп, вы видели? Я только что летал. Я взял Питера, но я могу летать? Как это возможно? Хоп, через коробку. Ай, я хочу пройти к себе домой. Не могу пройти, что ж происходит? О, стенка, тут где-то стенка. Так, чувствую, ага, вот. Это же забор, ё-моё. И раз. Так, сосед, успокойся. На! Смотрите, прям на него кинули. А вы знали, что можем сделать баг? Смотрите, мы берем соседа и прямо напротив вставляем его, этого полицейского. Вот так вот, смотрите. И полицейский будет толкать сейчас соседа в скобочках и еще плюс меня. О, смотрите. Смотри, что происходит. Опа, все. Это настоящий баг в игре. Эй, ты что происходит-то? Кого я тащу? Соседа или тебя? Ты нас тащишь, двоих. Ха-ха. Капец, это реально баг, смотрите. Вау. Смотрите, он реально тащит нас. Ты можешь нас таскать, мы даже можем не двигаться. О-хо-хо-хо, это прикольно. Посмотрите. Хоп. Полицейский. Ха-ха. Теперь мы сделаем сейчас башню из наших всех соседей. Хоп, вот так вот поставим. Подождите. Хоп, отлично. Теперь мы делаем так. Сверху ставим этого фермера. Фермер, ты не сюда пошел, вот сюда. Прямо на этого Питера должен встать. Мы реально издеваемся над Шаолином. Над его, как бы, магазином. И раз. Ух ты, почти долетел, Питер, ты сможешь. Оу, перелетел. Ух ты ж, ё-моё. Капец, ну реально, можно сделать. Можно сделать очень крутой баг. Такой, как, смотрите. Мы вот так вот ставим. Смотрите. Хоп. Мы можем лазить. Вы знаете, что мы можем лазить? Посредством пушки на чуваков. Смотрите, хоп. С этой пушкой реально можем летать как будто, видите? Вау, стали на Питера. Теперь давайте станем на Брэнси. Смотрите. Брэнси, ты готов? Интернет. И... Ухо-хо-хо, вперед. Yes. Ухо-хо-хо. Как это круто выглядит! Сегодня мы сделали эксперименты над Цао Шаолином, а также всех соседей. Я был в шоке, когда я их увидел. Это было круто. Короче, друзьяшки, надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик. Капец, всех собрал, посмотрите! Что происходит? Все соседи на Шаолине! Все, всем пока.